Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Tomb Raider. Это 16-я часть моего прохождения, где мы продолжаем проходить вот этот темный-темный горный лес. Тайно и незаметно. Итак, мы зачистили территорию в предыдущей части вот до этого домика, включая его самого. А теперь продолжаем двигаться дальше, собственно, к месту нашего назначения. Но там, безусловно, не обойдется без трудностей, потому что сверху я вижу троих охранников, которые нас не пропустят ни за какие коврижки. И давайте посмотрим, что у нас с этой частью. А, да, кстати, как мы могли забыть. Как я мог забыть, но сейчас вспомнил. У нас же здесь открылась тайная пещера. Перед тем, как мы завершили серию, я ее обнаружил. Ну и сейчас давайте начнем именно с нее, потому что нужно пройти и достать артефакт какой-то, я не знаю. Опять же, выражаю свои соболезнования по поводу того, что мы даже не знаем, что мы достаем. Из ящиков мы видим, что достаем. А из вот этих вот огромных сундуков, обитых, окованных золотом, понятия не имеем, что достаем. Да, весьма странно. Найден новый лагерь, храм стражей. Посмотрим, скажет ли что-нибудь Лара. Нет ничего особенного, как всегда, потому что в основном она комментирует что-то только... Так, похоже, это надо зажечь. Да. Комментирует что-то после того, как случится какое-нибудь событие интересное, ну или что-то наподобие этого. Так, здесь, наверное, зацепиться нельзя. Да, нельзя зацепиться. И нам, как я понимаю, да, давайте зажжем вот эту штучку, дабы тут стало посветлее. Отлично. И с помощью кометы отправим... Да, кстати, вот эта стрела называется комета. Я не помню, говорил я или нет. Но в любом случае это так. И почему-то ничего не происходит. А значит, мы просто пользуемся нашей самовоспоминающейся стрелой. Ничего себе. Да. Суровый взрывчик. Что ж там, бочки с порохом? А, тот газ. Ёлки-палки, тут газ. Ой, нет. Спускаемся, Лар, спускаемся. Спускаемся, слишком рано. Итак, где? Вот, сейчас мы взорвем. И быстро нужно пробежать. Блин, а куда пробежать-то? Я же ни хрена не вижу. Слушайте, я не понимаю, куда тут идти. Элементарно. Просто не вижу, куда нужно идти. Так, ладно, еще разочек. Давай, Лара, куда идти? Ага, сюда. Наверх? Нет, не сюда. Ладно, спускаемся, пока я этим факелом опять не поджег весь газ. Еще разочек. Давай. Залезаем. Куда бежать? Куда, наверх? Да, вот здесь, вот куда нам нужно подниматься. Отлично. Хорошо. Так, стрелы нам как раз пригодятся. Я чувствую, будет еще много всяких мест. А, подождите-ка. Давайте я зажгу вот этот фонарик. Господи, Лар, ну что ж ты делаешь-то, а? Отлично. И там вот еще один зажжем. Ага, вот так намного лучше, заметили? Да, и вот здесь еще один. Хорошо. Ой, газ-то не взорвался? Нет, не взорвался. Но, слушайте, намного приятнее, когда мы сами зажигаем эти фонарики. Куда нам прыгать-то вообще? Я не вижу ничего. Зажги факел, что ли? Ой, нет, не падаем. Куда же идти-то? Что-то я совсем не понимаю, куда идти. На ту сторону. Да не допрыгнем мы, ё-моё. Опасно это. А, подождите-ка. А, вот оно что. И... Фух, ёлки-палки. А, по-моему, я зря сюда залез, а? Вам так не кажется? Да, я зря сюда забрался. Ладно.
Ну, Лар, зажги факел, я ничего не вижу. Ладно, придется в темноте нам как-нибудь сползать отсюда. Блин, ну, Лар, ну что ты делаешь? Спускайся вниз. Лара. Эй. Так, отлично. Я типа немножко упал, а потом опять зацепился. Ну и где мы? Ой! Фу, живы. Живы. Хорошо, ладно. А, попытка номер два. Взрыв. И лезем. Давай, Лара. Так, теперь я уже не допущу этой досадной оплошности и сожгу эти баррикады. Да, вот так, отлично. Отлично, а теперь можно наконец-то залезть, да. Фу. Ну что, добрались мы? Добрались. Ух ты, да. Опять же, хочу повториться, что намного, конечно, приятнее зажигать все эти фонарики самому. Цепляемся, то что, Лара, не падаем. Ну так реалистичнее, действительно. Блин, обожаю эти взрывы, просто кайф. Все время взрывать эти штуки, просто супер. Так, а у нас не было нового очка? Да, есть, отлично, давайте-ка сейчас что-нибудь выучим. И мастер выживания я ставлю на потом. Вот что нам нужно. Нам нужно докачать нашего бойца. Неотразимый удар. Нажмите Shift, а потом F, чтобы убить любого врага. И мы получаем ачивку «Умница». Да. Потому что мы освоили все в одной категории. Есть еще, конечно, ачив, чтобы освоить все вообще. Но для этого нам нужно еще 4 здесь и 4 здесь. Итого 8. Вряд ли, конечно, до конца игры мы наберем столько очков. Хотя, кто знает. Ну что же, отправляемся дальше. Смотреть лес. Изучать лес. Зачищать лес. Неплохая гробница. Неплохая задумка с газом. Особенно классно всю эту штуку взрывать. Взрывать просто на куски. Действительно классно. Так, тушим. Потому что нас увидят. А где выход-то? А, вот здесь вот, да? А, ладно, затушил я рано. Вот, теперь можно и тушить. Хорошо, найдите выход из леса. А, запчасти. Запчасти нам пригодятся. Так, где-то я здесь видел еще охранников. А куда это они делись, а? Странно, здесь были охранники, но теперь их нет. Что-то мне все равно опасно как-то, опасливо. Вот они. Чертовы уроды, а! Ну откуда вы взялись, а? Ну не было же вас. Сволочи. Кто в нас попал? О боже мой, волки! Где он? Блин, да, наша операция по тайному, по незаметному вторжению пала жертвой непонятного скрипта. Ты сдохнешь или нет? Наконец-то. Еще один. Вот жесть, а? А так хорошо лесок-то проходился. А, ребят, так хорошо лесок проходился, так тихонечко. А тут бах, откуда-то вылезли они. Ну что ж такое, а? Оленья рога тут лежат. Еще и волки на нас напали, вот дела. Надо было сначала мне поближе подойти и посмотреть, где они там. Ходят они там или не ходят. Но теперь уже поздно. Теперь мы уже устроили кровавую бойню. Еще два волка на нас напало, капец вообще. О, немножко даже брызги крови, смотрите, в экран попали. Когда мы разделывали тушу. Да. Да это неплохо, конечно. Ну все, ребятки. Зря вы на нас ломанулись-то. Вот.
5 из 10 грибов собрано. Тут четверо было. Откуда вы вообще тут пришли? Понятия не имею, ладно. Да, испортили они нам операцию «Тайное прохождение через лес». Но, видите, единственный минус, как бы, этого, то есть, если мы не проходим тихо, да, это лишь то, что на нас нападают волки. То есть, если мы прошли тихо, на нас просто бы не напали волки. Волки, как те в лесу, они их разводят? Какого черта? Зачем? Зачем вообще им это делать? Ладно, я не знаю, что они хотят делать, что они пытаются этим сделать, и не знаю, в общем, понятия не имею. Так, олень тут зачем-то, круп уже оленя. Что он делает? А, ну понятно, что он делает, в общем. Он дает нам небольшую рампу, и мы зацепляемся. Отлично. То есть перекладина, не рампа, конечно. Рампа — это немного другое. Так. Тут у нас что? Еще одно святилище непонятное. Да. Еще одно непонятное святилище. Зато куча инструментов, то есть запчастей. Очень много запчастей. Так, потушим, потушим, потушим. Вот так. Сколько? 534 уже. Можно улучшать. Но я больше, конечно, хочу себе новый лук. Тихонько, тихонько, тихонько. Не, ну не падаем, Лар, ну не падаем. Ну что ты? Залезай. Так. Какая-то у нас тут подземная пещера. Продолжаем. Продолжаем изучать. Это чудесный остров Яматай. Название хорошее, кстати, какое. Такое благозвучное. Жаль, Матиас неблагозвучный. О, летучие мыши. Вспоминаем Бэтмена. Я не знаю, куда идти. Но давайте сначала налево схожу. Так, тут у нас ничего, что ли? Нет, да? Ну, видимо, да. Но все равно надо было проверить. А вдруг книжечка какая-нибудь? Кто знает. Да, немного, конечно, меня огорчило, что нас спалили, но... Как получилось, так получилось. Ладно. О! Наконец-то мы вышли на свет и можем полюбоваться всеми красотами природы. Да. А внизу у нас что? А внизу горная речка, по которой я очень не хочу спускаться на своей попе. Да, там все горит у нас. А тут у нас... О, канатная дорога с какими-то клетками. Уж не волков ли они там перевозят? Ну вот через все это нам придется пройти, так что... Да, впереди предстоит веселая прогулочка, я вам скажу. Так. Ну и время нам спускаться. Ты там, Лара? Алекс, я все утро вас вызываю. Мы вышли на берег. Катер в плохом состоянии. Без инструментов его вряд ли починишь. Твоя помощь не помешает. Вы начинайте пока, а я подойду. Будь осторожна. Ладно, будем осторожны. Как же еще-то? Ух! Ну ничего себе! Вот это спуск. Сейчас я чувствую, мы прям в логово врага ворвемся. Нет? Тихонечко. Тихонечко. Не шумим. Не шумим. Я прямо чувствую. Чувствую уже кое-чем. Что мы приближаемся к кое-чему. Ой, я не хочу вот туда перелезать. Сейчас опять начнут нашу веревку перерезать. Я так прям вот... Да, тем самым чувствую. Давайте-ка вниз спустимся сначала. Посмотрим, что здесь. Вдруг что-нибудь интересное. Или нет. Или нам просто нужно лезть наверх в любом случае. Да, именно так. Лезть наверх в любом случае. Ладно. Ну что, Лара, ошибка номер 2. Повторяем. Повторяем. А что делать? Выбор у нас небольшой. Стоять здесь или лезть дальше? Придется лезть дальше. Как-то очень тихо для такого огромного городка. Очень тихо. Подозрительно тихо. Ага, и стрелы нам тут дали. Прекрасно.
Так, мы можем спуститься на корзинке. А можем. А, собственно, куда нам надо? А, нам туда и надо. Но что-то мне не хочется. Видите, нас направляют туда, и не очень мне хочется туда. А, у нас выбора-то нету. У нас выбора-то нету. Мы, по-моему, спуститься отсюда не можем. То есть, видите, если я, наверное, туда захочу спуститься, я, скорее всего, разобьюсь. Слишком высоко. Ну-ка. Нет, нет. Не хочу я испытывать судьбу. Раз нам надо туда, значит, нам надо туда. Все. Дождем мы корзинку следующую. И полезем. Хотя нет, нет, меня одолевают. Меня одолевает желание. Я хочу посмотреть, выяснить, можно ли там спуститься. Ну-ка. О, спустились. Спустились-таки. Ага, видите, все не зря. Все не зря, любопытство оно. Оно себя оправдывает. Так, ну давайте все изучим. Ой, тихонечко. Че ты пройти-то не можешь? А вот, ящик с инструментами. Круто-то как. Давай. Правда, я боюсь, сейчас мы нарвемся на кого-нибудь. Ну, пофигу, на самом деле. Надо всякие ящички поискать, всякие артефактики, прочее. Так, тут ничего нету? Так, тут ничего нету. Ага, вот тут мы можем пройти. Давайте сначала я расшибу эту дверку. Тут у нас... Ага, тайничок. Музычка заиграла. Какая-то подозрительная. Ну ладно, ладно. Ха-ха, все-таки хорошо, что я не поехал на этой штуке. Здесь можно было... Можно все-таки слезть. Так, а потом, потом бы жалел. Хотя подождите-ка. Это же, по-моему, та самая деревня. Подождите-ка. По-моему, я помню вот эту лужу. Я в нее спускался. Вот с этого утеса я сползал в нее и проходил там куда-то, в общем, дальше. По-моему, мы тут были. Вот почему здесь так тихо и спокойно. Вот почему. Потому что мы тут уже были. Да. Ну, все равно неплохо было посмотреть. Ага, отсюда мы можем обратно попасть. Или не можем? Интересно. Не знаю. Можем, не можем? Да, наверное, можем. Ладно. Прям стоим, как этот, как Альтаир. На краю. Так, что у нас здесь? Стрелы всякие. Прочее. Да, здесь территории перекликаются, так что, дорогие друзья, мне в любом случае можно в любой момент вернуться. А мы продолжаем... О, черт! Я не прыгнул вовремя. Ну ладно. Сложал. А, ну вот мы все равно здесь. Вот наша корзиночка как раз уже идет. Все-таки больше теперь я не буду сомневаться о том, что... И давай. Опа, отлично. Больше не буду сомневаться о том, что я не воспользовался ситуацией и не посмотрел, что же там. Куда нас приведет эта канатная дорога, не знаю. Лара, ты на связи? Алекс сказал, что ты уже спускаешься. Я скоро буду. У меня тут кое-какие новости. Что за новости? Остров нас не отпустит. Он держит нас. Я должна вернуться в монастырь. Ты уверена? Да, Сэмми. Но пока ничего никому не говори. Я помогу Рейс починить катер, но потом мне надо будет прогуляться вглубь острова. Лара, не знаю, что сказать. Тебе просто придется мне поверить, Сэмми. Хорошо, будь осторожна. Будем осторожны. Обязательно. Только как нам вылезти теперь отсюда? Где тут платформочка? А, вон там вот вроде, да? Ух ты, это что тут за левиафаны? Это что, корабль подвешенный? Кому это надо было? Черт возьми, нет! Это что еще такое? И как быть? И как быть, я не знаю. А, стоп, вот как быть. Вот как быть. Да? А, фу, как все просто.
Она взяла и воспользовалась стойкой этой корзинки как столбиком. Так, смотрите-ка. Тут у нас целый склад. Так, а этих патронов у нас уже максимум. Кому понадобился этот корабль подвешивать? Что за безумие вообще? Это же... Это вообще, я даже не знаю, как это сделать нужно. А потом... Какой трос вот этот огромный нужен, толстый, чтобы этот корабль не свалился просто. И за что он цепляется вообще? Слишком тихо. Да, Лара, слишком тихо. Об этом я тоже уже тебе говорил. Ну, понятно. Поехали. Так, если тут пользоваться стрелами, то только зажигательными. О! Неплохо. Гори, 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 ясно. Чтобы не погасло. Да нифига себе, у них они тут взрываются. А ну не подходить ко мне, я сказал. Ладно, давайте доставать наш автоматик. Вот. Он намного лучше работает. Отрабатывает. Намного лучше. Ох ты, в воздухе как хорошо ты полетел. И еще один. Ух ты, бочечка-то падает. Свалился. А он еще живой, интересно? А, не попал в этого. Да что вы, мрази, наваливаетесь на меня, а? Давай, давай, высовывайся в башку тупую. Надо бы следить за этой веревкой. Чертов динамит. Свалился. Да падай, падай. Нет, не падает. Это достижение, компенсация. Это я из винтовки поубивал их всех. Да откуда же вас тут столько, а? О, боже ты мой. Ну, спасибо вам. Еще и пулемет. Да что ж ты лежишь, беги. О, боже мой. И что делать? И что делать? И что делать? Блин, что делать, я не знаю. Ох ты, елки-палки, а? Да и куда нам прыгать-то? А, понятно, куда нам прыгать? Надо ползти дальше, ползти дальше. Давай, 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 Лара, давай. Да ты псих долбанный. Псих. Ух ты, елки-палки, а? Давай, бежим, 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 бежим. Ух, ё-моё, вот зацепились-то. Чёртов псих, а. Мало того, что какой-то псих этот корабль сюда подвесил. Так у нас еще второй псих, который его сшибает. Держись. О. Ага, сваливаем. Shift. Ух ты, ничего себе, с одной на другую перепрыгивать. Вот это круто. Да, такого еще не было. Давай, 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 давай. Shift. И теперь у нас еще один shift. О, ну нет, я же не хотел спускаться по реке на попе. Опять вы, зачем? Лара может погибнуть. Нет, выжили. Ну, как и всегда. О, какой дробаш-то красивый, а. Я не восхищался им до этих пор. Фу, ну все, свалили от этих психов. Думаю, остальные спустились более легким путем. Ха, остальные кто? Остальные эти засранцы или кто остальные? Надеюсь, что эти засранцы не спустились легким путем. Я на месте. И где же они? Действительно, и где же они?
А это у нас что за понтон такой интересный? А-а-а. Так, и что? И зачем? Мне интересно, зачем? Сейчас узнаем. А, сплавить его вниз, что ли? А так он что, не это, не спустится? Наверное, нет. Ну-ка, давай, давай, давай. Ну, давай. О! Может, его подтолкнуть? О, я его подтолкнуть могу. Ха-ха. Только зачем, не знаю. Ладно, пригодится, наверное. Какие-то тут загадки мы должны порешать, как всегда. Какие-то пока неизвестные нам загадки, а двигаться нам нужно прямо. Прямо туда. Так, ну что же. Очень хочется изучить территорию. Интересно, дадут мне это сделать или нет. Так, никого нету. А, ящик с инструментами. Давайте заберем. Кстати, есть ачив вот на это. Ха-ха, на чаек. Я не помню, сколько, 10, по-моему, или освежевать их, или не освежевать. Вот там какие-то ворота. Интересно, что за ворота. С чем эти понтоны нужны, не понимаю. Вот, честно, может их вниз по реке спустить? Сейчас посмотрим. Зачем-то точно нужны, не просто же так они тут, на самом деле. Давай, залезай, ладно. Вот так. Ладно, узнаем потом. Пока не знаю, зачем они тут нужны, но явно зачем-то они нам нужны. А пока давайте двигаться дальше. Не стоит застревать. Опять тишина эта, никого нету. Подозрительно. Все это подозрительно. О, кажись, тут пещера. Ух ты, кабан. Фига себе. Еще один, мы уже такого убивали. Отвали. Я знаю, он еще может бодаться. Ух ты, мина! Ничего себе! Обалдеть, мина. Кстати, ничего не будет, если вот мы ходить так вот будем, потому что суть в том, что она детонирует только от удара, от сильного удара. Да, столкновение с кораблем или прочее, так что человеку от этой мины ничего не будет. А это что у нас? Просто еще один спуск? А, не совсем. Здесь есть какой-то подъем. Тихо, тихо. Аккуратнее. Продукты. Свежие продукты. Бутербродики. Это что такое? Гриб? Что это такое? Ну-ка. Разорение дольменов? Дольменов? Дольменов. Что это? Это что, чья-то могила была? И ты ее сейчас это... разорила. Не, ну не одобряю я это. Ну чё вы, серьезно что ли, зачем? Да слезай, Лар. Ну слезай уже, здесь вот. Все, наконец. Не одобряю ее разграбление могил, что это вы, ребята. Нельзя так делать. О, тайная гробница рядом. А чё это она не открывается? Нет нужного снаряжения. Ага, понятно. Ну ладно, а что ж тогда нужно? Я думал из подствольника жахнуть, но нет. Видимо, и подствольник нам не поможет в этом. Я чувствую, нам еще здесь предстоит пошариться, побегать. Так что давайте пройдем к месту, куда нам нужно, а после уже вернемся и поищем тут, что здесь. А, вот она, ждет нас. Алекс пожалеет, что пропустил такое. Да. А где Алекс? Пошел на Эндьюранс с инструментами для рейс. Иона, давай запускай. Это наш единственный шанс, верно? Надо рискнуть. Я рада, что ты с нами, Лара. Я могу помочь? Помоги Ионе. Черт.
Давайте попробуем использовать систему блоков. Ты права. Я бы что-нибудь соорудил из пары шкивов. Вон там должно быть что-нибудь. Я посмотрю. Береги себя. Ну что ж, дорогие друзья, как я и говорил, сначала мы сюда сходим, пообщаемся с ними, ну а потом уже мы можем прогуляться по этому местечку, осмотреть здесь все, какой прекрасный вид у нас на океан. И продолжим мы это в следующей серии, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.